Вот маленького взяли, хозяина. Небольшой совсем. Что-то как-то это неправильно атаковал. Засекся. Тихо-тихо. Опа. О, ничего страшного, не пострадал. О, какой красавец. С утра взялся. О. Все, отпускаем. Фух. Все, первая рыбка на сегодня. Река Тахтинка. Не последняя. На Тахтинке. Пришли на водомете. Давай, Борик, забрасывай. Выдрало, смотри, видишь, Борь лазит. Красивая природа, конечно. Красивая, да. Так вот оно место, все, мы пришли уже. Давай левее, ага. Прямо сюда сразу остановись. Прошли дальше и пойдем вверх. И туда, давай к берегу, вон, гребите. Давай, берег, давай, берег, к берегу. Выше? К берегу, Андрей, вот туда, вот туда. Ну берег, вот он. Берегу, вот этим левым. Небольшой. Право, 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 право. Семерочка. Ой, десяточка. Как вчера. Так да не десятка, Борь, не семерка. Правый, давай. Левый. О, хорошо, хорошо. Все. Все, все, отлично. Все, пойдет. Пойдет. Так, мне надо, знаешь, что, наверное, туда вот вылезти. Ну-ка, Андрюха, на телефончик мой. Держи, вот он, смотри, какой красавец. Ох ты! Что там? Уходим, уходим, Ярик, держись нас. Как это собирать, чуки? Слушай, Ярик, ты там. Щелкни, наверное, да, и все. Не щелкается, да? Ну, это десятка есть, да. Этот есть. Что, на свой вермишель взял? Все. Весы есть? Да какие нахрен? Ну, весов нету, их оставили. Так. Ну, в смысле, о, в этом. Слышь, братва идет. Да не, это, наверное, килограмм 12. Да, десятка есть, девятка, десятка. Так, у меня нету, у меня нету щипцов. Сейчас дам. Тихо, тихо, там. Что, по писюрику? И по писюрику сейчас, да. Можно и по писюрику. Сюда, Ром, сюда подойдите, пожалуйста. Не гремите только. Не гремите, сюда подойдите. Дай это, Андрюх, дай я цеплю. Смотрите, какой. Ну идите сюда, вот сюда вставайте. Только говорите тебе. Да-да-да, реслами лучше. Сейчас вешу. Ну, кто бери. Сколько говорит? Я думаю, где-то около 14. Покажи. А не, наверное, пятнашка где-то. Да ты что, даже пятнашка? Да. Где-то так. Да не, что, десятка. Ром, посмотри, в сумке должно Рома, быть такой, как зажим. Я десятку даю. Ты пятнашку, да? Где, в какой сумке? В сумке, вот здесь где-то тоже, я ближе к Роме. Ярик поймал, а? О! Хорошие весы. Так, а где здесь весы? И покажи, как пользоваться этим. Да, как? А вот весы. Вот сейчас начнет, и вот он показывает вес. А, сразу вес показывает. И вот это берешь, его зажимаешь. Да за я, губу. Я сачок, да я сачок зажму, да и все так. Так, смотрим. Смотрим. Смотри. Да нет, 15. Я говорил 15. Ну ты сейчас уберешь килограмм. Ну пускай грамм 300 там.
14 копейками. Это что такое? Слушали ты меня? Что-то? Да это нашего на весло. Так, так, на. О, красавец. Вот какой. Сейчас откачаем, ничего страшного. Хорошее бревно, да, Бош? Да, хорошее. Хвостик такой добрый. Дайте подышать ребенку. Да дышит, дышит. Блин, измерить бы его. Я тебе на глаз скажу, сколько он? А? На глаз скажу. Под метр, да? Чуть меньше метра. Чуть меньше метра, будет, да. Там 95. Да, не, больше метра, ты что? От плеча. Да вот, больше метра, вот от смотри. От плеча своего правого и до смотри, конца. Да нет, метр есть. Метр есть, ты что? 15 килограмм не может быть, метра не быть. Метр вообще 10 килограмм. Хотя хз, не знаю. Минус. Ну давай, зайка. Самка? Ну туда его, туда-сюда его по этому. Да проводить. Он дышит хорошо, все нормально. Нет, туда-сюда, чтобы он это... Да, я знаю. Жабры промыть ему. Он в песке весь. Он сам должен, да? Да, он сам сейчас деранется, когда и все пойдет. Давай, давай. О, все уже оживает. Давай, давай, давай. Все. Ну, чтобы видно его было. Все, давай, зайка, пошла. Смотри, какой дуримар. А в воде нормально вообще выглядит. Да, выглядит солидно, смотри, какой, да? Такой лопух. Ну, скажите ваши впечатления. Все. Лена, видишь, рыбалка все-таки состоялась. Не зря мы приехали, да? Рыбалка не, мы идем, да? Лена говорит, блин, пилить в такую дать сюда и не поймать какую-нибудь рыбку, говорит, ну что за дела? Пойдем, Боря, еще покидаем. Он вырвал мне тройник, говорит. Так, Лена у нас поймала тамень маленького. Вот он скользкий. Скользкий тип, да. Опускай. Главное, дай его. Все, Лен, кидай его, ага. Нормально, он побежит шустро, да, все. Сиганул. Все, это вот первая рыбка Ленина. Ой, да. Маленький таймень. Ну, здесь вот на срезе стоял. А она это закрыла. Ну, пятерочка. Пятерик где-то, не больше. Все, дома. Вот такой красавчик. Малыш. Маленький. Сейчас, Лен, подожди, я его сейчас быстренько отцеплю. Угу. И мы его отпустим. Стой, стой, маленький. Лен, хорошо, что ты упал, ладно? Вот он. О, какой. О, Лен, все. Свалил. А что там, сюда, иди. Вот. Ну, я скажу, ну, вот Ярослав взял килограмм 7. Килограмм 7. Так, не больше. Такое, не сильно прям большой. Взял так аккуратно. Лен, смотри там этот спиннинг. Посади же как. Сейчас начнется. Ярик. Лена, там же тройник. Аккуратненько, да? Сейчас я быстренько вот. Ну, не сильно там будет работать. Как ты так готов один? Ну, малыш. Не знаю. Все, вытаскивай пальцами, да и все. Опа. Все. Ярослав, ты даже выпустить нормально не можешь, пацана. Ярослав выпустился. Сиганул. Есть железная, Боря. Ну давай, ты куда его? Ты либо на меня, Боря, вот сюда вот давай. Да не вымотанный, он нормальный еще.
Давай, давай, давай. Ага, он сачок видит. Все, есть, дома. Так, пятерка, не, больше будет, ты что? Больше, больше. Ну, значит, да, больше. Хорошенький, да. Давай, килограмм 7, наверное. Его... Да, такой прям нормальный. Опа. Ой-ой-ой, какой он здоровый. Ну, думал, нормально. Вот барян. Смотри, только аккуратненько, Борь. Выхватил. Все, выпускай, Борик. Потихоньку только выпускай. Ну, вот здесь. Ну, нормально, килограмм 6-7. Точно есть, Борь. Ну, не пятерка. Он готов уже уходить. Ну, такой здесь хороший, да. Хорошенький. Лена будет царить спросить? Да ладно, уже Лена ловит. Давай. Все, давай потихоньку, Боря, отпускай его. Пускай, пускай, пускай. Все, пошел, пошел, пошел. Пошел. Ой, как хорошо из травы вышел. Ой, красавец. Фух. Я не думал, что такой здоровый. Хорошенький. Думал, там натрешь. Ну все, кайф. Давайте, кидайте, кидайте. Кидаем. Смотри, сколько их подняли. Смотри, голову, голову. Белясенькие все, смотрите, бельки. Какое у них здесь место классное. Смотри, Ярик, на камни не напарись. Моськи такие, да? Смотри, вот они, да? Не дергай сильно. Опа, видишь, ругаются, хвостом бьют. Засняли, Лен? Да. В язвах пошел галечек. О, наверх, наверх пошел. Вот он и помирает. От жары. Нет, вот это. Ты смотри, те-то, которые мертвые-то, они не были так поражены. Ну, видишь, те не были. Ну, этот... какие-то дырки у них, вспомни. Да, непонятно. Вон, видишь, как. Все, уже его день. Скоро будет. Настанет. Вот, забросил под кусты туда аккуратно. Два раза выходила и вот взялась. Так, смотрим, что, кижуч или кита? Нет, кита. Самка киты. Серебристая, смотри, какая хорошенькая. Так, выводим. Серебро, Лен, как ты любишь. Не эти зеленушки, да? А серебряные. Четко так видно было, как это шла-шла, раз такая и схватила. Да. Вон еще эти блохи. Морские блохи. Вот они. Это признак то, что рыба зашла не. Ну, недавно. Да, прям недавно. Двое суток. Двое-трое суток и. Ну, на третьи, наверное, сутки отпадают эти блохи. То есть это сегодня, может, вчера зашла. Максимум. Вот такие дела. Дела на вобле. 80-й. Вот этот. Вот. Да. Вот этот дырок. Ну все, что. Четко в рот. Все. Вот. Окей. Самец взялся. Одна сорвалась еще и самец взялся. Хорошенький, серебристый. Вроде как. Ох, блин. Не, ну кита, конечно. Да он не серебристый, кажется. Ну что ж такое-то, а? Такое, не сильно страшный, но и не сильно... Смотри, как упрыжка. Давай, давай, давай. О! Нет, это да еще нормально, да, теми, не, это, не страшило. Да, Борик, ну-ка покажи опять вобли, рот. Просто вобли волшебный такой, ну, да? Смотри, сколько забросов, бац, есть. А ни у кого нету и нету, нету и нет. Все. А воблера нету, да. Так.
Ловим киту. Вот Борик стоит, пока не клюет. Вот и вишня, Андрей, у тебя блесна тоже вот эта, скорее всего. Да-да-да. Воблер вот этот. Киту очень сложно ловить. Вредная, капризная рыба. Заброс на течение. Легкую проводку, не надо там ничего, как обычно, агрессивно дергать под горбушу там или под сему. Потихоньку. Вот рыба плещется. Сильно не глубится воблер. Нет, ничего нету, еще заброс. Рывками заглублю воблер и паузу, смотрю, пошел он ко дну, смотрим, смотрим, вот уже сколько, 4, да? Ой, хороший какой выпрыгнул. Здоровый рыб. Ох, вон идет, 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 идет. А, блин, что-то это. Нет, не хочет. Сопроводил, что-то посмотрел. Не хочет. Еще заброс. А, 3 рыбки, 1 сорвалась. Причем сегодня, блин, сразу самцы начали клевать. То самцы вообще плохо клевали. Самки в основном клевали. Нет, холостая проводка. О, есть, вот она. Эх, сорвался опять, блин, хороший самец, смотри какой сорвался. Вообще, блин. Зараза. Ай, блин! Мимо! Прикинь, да мимо она схватила, прикинь, я рано дернул. Просто рот открыла. Вот протупил. У меня, кстати, воблер еще один такой есть. Да я вот уже подумал, что Лене надо дать его. Ну вот, взялась. Хороший самец взялся. Папа. Ну ты чуть-чуть бурета сейчас, если что, слиняешь. А, так, 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 так. Хорошенький. Боль, смотри там, да. Смотри, смотри, смотри. Ой-ой-ой. Да, это не горбуша. Самцы начали клевать, смотри, а. О, какой красавец. Борик, смотри. Ну, достойная рыбка. Да, Андрюха? Вообще красавец. Красавец. Ну, воблерочек вот этот. Тут все видно, в принципе.
Вот так вот, ребятки, и клюет. Легкая-легкая проводка. И все. Так, еще одну взял. Давай, я вымогнул, просто ее, Боря, опустил, как мы, помнишь, делали горбушку? То же самое здесь сделал. Хорошее серебро тоже. Вот такую киту нормально ловить, приятно. А не, ну не сильно, но такая, более-менее все равно. Щетка, самочка, жирненькая. О, какая рыбка. Хорошая рыбочка, хорошенькая. Вот так вот. Все, воблер все тот же. Все ловим и ловим на него. Пока он один облавливает всех. Идет. Самочку забодал. Дай, пожалуйста, есть. Ничего, пока не буду давать, говорю, еще занят. Сейчас выведу. Смотри, какая самочка. Да. Хорошенькая, да? Да. Все по-честному. А у меня там еще эти одинарники стоят. Да иди сюда уже. Вот так вот. Вот так вот. На деконтакт 110. Ну, страшненькая уже, зелененькая. Сейчас отпустим ее. Давай, иди уже. Иди, девочка. Ой, кругу. Все, пошел.
Вот такой вот. Сейчас посмотрим, сколько в нем икры. Сколько он съедает. А, в желудке? Да, в желудке сколько икры. Смотри, сколько икры наел. Вторая, блин. Просто, смотрите. Ну, я не знаю, сколько тут. За 50 грамм, да? Честно. Да вот в маленьком гольце, там, ну, не знаю, сколько он. Поэтому грамм 500-600 он, наверное. Жирный такой. Смотри, сколько икры съедает. Вот он и... Полный желудок и был икры, полный. Ну, поэтому они не клюют. Поэтому, да, им сейчас нафиг ничего еще не надо. Еще, наверное, и дохнут от этого, может быть. Ну, этот жирный, смотри, будет. Прям вообще. Да жирный он от икры был, блин. Да нет, он просто сам жирный, смотри, сейчас покажу. Смотри, ага, вот это жир. Смотри, сколько. Прослойки какие, он красненький. Смотри, да? Красно-оранжевый, да. Да, хороший. Прослойки хорошие, жирненькие такие. Смотрим у гольца, сколько икры съел еще одного. Вот. Сейчас просто посмотрим, сколько тут грамм. Да тут просто у меня даже в это, в руку не влазит. Тут грамм, не знаю, 150, наверное, точно есть. Охренеть. Смотри, какой жирный. Краска хорошая. Смотри. Жир, смотри. Видал? Это вот это жировая, да? Да, вот прослойки жировая. Хорошенький голечек. Ну вот.
маленький, маленький. Спишь. Мы собираемся домой. Рыбалка получилась очень хорошая. Поймали тайменей, в принципе, не сильно, сильно крупных не попадалось, там 15 килограмм, там, ну, были хорошие экземпляры, ну, что-то не свезло. Кита бралась у нас на воблере от 150 до 85. Могу сказать, что цвет красноватые, увишные воблеры работали хорошо. Блесна, байт, форест с октопусами четко себя показали. Ну, вот такие вот дела. Всем, кто посмотрел, хороших вам рыбалок и всего доброго. До свидания.